У берегов Новороссийска эвакуируют экипаж поврежденного танкера и собирают разлившуюся нефть. В акватории морского порта города-героя проходят международные учения по оказанию помощи аварийному судну. По их легенде, загорелся грузовой танкер, в воду попало около 5000 тонн нефтепродуктов. 4 моряка оказались за бортом. Задача участников, а это 18 судов, корабли, катера, вертолеты и беспилотник, эвакуировать раненых, потушить пожар и собрать нефтяное пятно. В районе учений запрещен вход в море. Закрытое воздушное пространство для самолетов. Добавлю, что в этом году на репетицию спасательной операции пригласили представителей причерноморских стран и Республики Казахстан. Стащил, что плохо лежало. В Ейске местный житель украл телефон невнимательной покупательницы прямо на кассе гипермаркета. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, но чтобы рассмотреть момент преступления, придется постараться. Женщина оплачивала покупки, забыла мобильные на ленте и ушла. А когда обнаружила пропажу и вернулась в магазин, смартфона уже не было. Сотрудники полиции осмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории магазина. Под подозрение попал мужчина, который совершал покупки сразу после потерпевшей. Он расплатился банковской картой. По ее данным, сотрудники полиции установили его личность. Им оказался 39-летний местный житель. Его нашли и доставили в полицию. Мужчина сознался во всем и отдал телефон. Его вернули владелице. А незадачливого покупателя теперь подозревают в краже. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Срочно понадобилось направо. На пересечении Суворова и Ленина дорогу не поделили две автоледи. Девушка на белом хэтчбеке захотела повернуть и не заметила едущую по соседней полосе иномарку. Удар пришелся по касательной, и на машинах остались лишь царапины. Кто стал виновником ДТП, ясно и без инспекторов. А этой аварии и вовсе можно было избежать. На улице Школьной владелец седана не захотел стоять в пробке и решил повернуть не из своей полосы. Безопасно завершить маневр мужчине не дал водитель фургона. Многотонная машина просто наехала на легковушку. После столкновения участники ДТП еще долго выясняли, кто виноват. Не выдержали нервы. На пересечении Ставропольской и Набережной не работал светофор, и владелец джипа долго не мог проехать перекресток. Тогда мужчина не выдержал и просто нажал на газ. Что из этого вышло, смотрите сами. Визг тормозов, дым из-под колес, но даже такое экстренное торможение не помогло владельцу отечественного седана избежать аварии. На улице Северная невнимательность водителя «Лады» стоила сразу 3 разбитых машин. Хватит ли страховки, чтобы починить все разбитые иномарки автомобилисту, стоит только догадываться. Причиной серьезного затора стала авария, которая произошла на 40 лет Победы и Московской. Там водитель хэтчбека нарушил правила и решил повернуть не из своей полосы. Пропускать наглеца владелец другой иномарки не стал и поехал прямо. Итог – 2 разбитые машины и потерянное время. Действия этого автомобилиста на дороге объяснить логически просто нельзя. Поэтому предлагаю посмотреть аварию без комментариев. Не стал дожидаться скорой помощи и сам отвез пострадавшую в больницу. На улице Красная водитель отечественного седана не увидел женщину, переходившую по зебре, и на большой скорости сбил ее. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров от места происшествия. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи, виновнику аварии грозит лишение прав. Чтобы установить виновника этой аварии, сотрудникам ДПС придется постараться. На пересечении Красной и Северной проезжую часть не поделили хэтчбек и кроссовер. Оба автомобилиста совершали поворот, но в итоге так и не разобрались, кто в какой полосе должен ехать. На этот раз обошлось без пострадавших. Остановился пропустить пешехода и получил удар в задний бампер. На Ставропольской не повезло владельцу универсала. Мужчина уступал дорогу даме, идущей по зебре, и в этот момент в него врезался седан. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы можете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал.